Всем привет, дорогие друзья, и сегодня мы продолжим смотреть на нашего черепа-паука. В прошлом видеоролике вы набрали уже 500 лайков, я снимаю следующую серию, так что обязательно прожимайте лайки и будем дальше снимать. Итак, ребят, сегодня я уже сделал наконец-то себе 4 уровня, это первый мой такой паучок будет, сейчас вам покажу. Вот, находится он у меня вот здесь, 4-й череп-паук. Мы сегодня попробуем его затестить, понападаем на других игроков, посмотрим, что и как. Вот, сегодня я еще заберу, наверное, одно или два существа. Не знаю, получится ли сделать еще третье мне существо, будет видно. Но череп-паук мы сегодня протестим. Итак, давайте возьму каких-то нападающих существ, потому что у меня именно защитные здесь существа. Вот, пускай будут паусины, пускай будут крабики, череп один. И давай посмотрим, что у меня вообще тут есть и осталось. Так, что мы имеем? Давай праздничный сюда закинем, это тоже сюда закинем. Паусинка, у нас двушка это мало будет. Давай я возьму, сейчас посмотрим. Можно скорпиона, наверное, взять, может Рождество взять. Давай Рождество возьму, плюс, что у нас есть. Там, в принципе, больше такого ничего нет. Получается, призрак. Не знаю, он, по-моему, слабенький. Но давай возьму его тоже. Призрак и что-нибудь. Давай вот золотую сороконожку четвертую. Все, вот такое у меня будет сегодня, скажем так, команда моя любимая. Так, ну, у вас она уже закончилась. У меня еще там чуть-чуть осталось по времени. Посмотрим. Будем сегодня нападать на других персонажей. Я уберу джойстик для того, чтобы проверять, да, работает или нет. И можно начинать. Все, полетели, посмотрим. Сейчас она доделает солдатиков наших, 80 штук. И мы вот таким вот садиком начнем нападать и будем проверять, как же работает наш любимый супер череп-паук 4 уровня. Посмотрим. Может быть, снесем кого-то, может нет, не знаю. Будем смотреть. Так, это какой-то слабенький персонаж, но мы по-любому его будем пробивать. Давай посмотрим, что у нас тут вообще. Венерийной мухоловки нет, походу он перестал играть. Ладно, выкидываем тогда всех существ. Я думаю, вот так вот сейчас они все улетят. Вот, непонятно, где мой супер-мега-космический тарантул, потому что он как бы в толпе, скажем так. Давай закинем вот сюда цветочек, хоризонтема наша, вот так вот, и позовем наших солдатиков. Сейчас мы пробьем это все дело. Конечно, да, могут быть персонажи очень сильные, но это дело такое уже, посмотрим. Так, бабочку мы не заберем никак. Ладно, полетели тогда вниз и забираем. Ну, это такой слабенький, который закинул игру, потому что у него нету венериной мухоловки. Когда ты не играешь, я не помню, месяц или что, тогда у тебя венериной мухоловки вообще никак не будет. Так, ну что, побежали дальше, будем смотреть. Что же у нас будет? Сейчас немножко потакуем, потом я могу, наверное, сам на себя напасть и посмотреть, как оно все будет работать. Так, здесь тоже как-то очень тихо. Хорошо, давай попробуем, где он у меня этот... Подожди, я что, его с собой не взял? А я его не взял с собой, ребят, прикиньте. Прикиньте, я не взял с собой. Вот это да, вот это, конечно, пятачок. Так, что у нас тут? Ладно, сейчас возьму... Что-то пропустил его или что? Как это так работает, непонятно. Так, вот сюда закинем хризантемку, пускай тут будет. Так, сюда мурашек наших на этого накинем. Давай, быстрее. Не, подожди, обратно. Ах, улетели мурашки. Так, где этот? Опа, есть, да, тут зашли, все, полетели вниз, тут, я надеюсь, все чисто, пусто. Во-первых, я заработаю немножко очков для того, чтобы... добить эту сотню, которая мне осталась, реклам, 100 реклам. Сразу скажу, я не смотрел рекламы этот ивент, я чисто использовал тлю и плюс, конечно же, это красный муравейник. Вот и все. Так, давай призрака уберем, вот так вот. Черепа возьмем. Все, это взяли. Давай быстренько сейчас оно докатит. Теперь у нас череп есть, сороконожка, Рождество, скорпион, праздничные, паусинки и крабики. Вот такое у нас дело получилось. Так, 902. У нас, ну, все мы, конечно, не добьем сегодня, но я надеюсь, что я добью. Посмотрю, сколько. 3 часа у меня осталось, а здесь 5 часов. Это плюс 300 примерно будет очков. Если мы 300 сюда закатим, одного точно заберем, а второго я не знаю, получится у нас забрать или нет, но посмотрим. Так, 3 личинки у нас осталось. Давай, пускай они сделаются, и мы погнали на битву. Поехали.
Посмотрим, что у нас будет сейчас. Может, какой-то серьезный. О, это уже посерьезней. 6000. 6000 это нормально. Так, что у нас здесь есть? Можно попробовать, вот, например. Куда мы закинем? Давай вот. А, я сороконожку выкинул. Ладно, пускай сагрится. Ладно, давай еще черепа сюда. Посмотрим, как череп будет жрать вот этого супер-мега-космично крутого пацана. Но что-то он убежал. Убежал. А ну, череп, давай, атакуй. Атакуй череп. О, смотрите. Череп и сороконожка нормально. Но, конечно, это не все так просто. Так, он очень круто бьет мурашек. Посмотрите на его скорость. Четвертый вообще топчик. Так, закидываем. Это все сюда. Это вот сюда. Вот так вот, да. Сюда, конечно, сейчас мы сделаем ветер. Вот так вот. Стоп. Все, полетели. Вот, теперь можно ехать. Вот этого сливаем. Тут кто-то есть, не знаю. Есть, нет. Есть, не знаю. Не вижу. Так, тут раз, улетел. Кто еще там остался? Вот эта хрень летающая, да? Ну, давай ее сольем. Все, тут у нас нормально. Полетели вниз, посмотрим. Ну, тут чисто. Очень круто бьет мураш. Он очень сильно бьет. Чисто если выпускать на толпу мурашек, мурашки даже его не успеют, наверное, забрать. Но сейчас я попробую, если будет толпа каких-то мурашек, мы попробуем его чисто вкинуть туда на мурашки. Вот. И если вы прикинь, вот сколько штук. Он похож на праздничного скакуна вот этого, но он намного сильнее и быстрее этого праздничного. Ну, это, конечно, дело серьезное. Надо было, конечно, по максимуму забирать рекламку смотреть, но сейчас, конечно, не до рекламы. О, вот это уже интересный персонаж. Так, тут уже есть и Венерина мухоловка. Вот, смотри. Давай попробуем вот так вот. Хоп, 2 на 1. Что они? Ой-ой-ой, тут не 2 на 1, тут все на 1. Ну ладно, давай вот так вот попробуем. Хопа, зацепили всех, зацепили. Хорошо, пускай бьют. Сейчас они добьют, я надеюсь, что добьют. И будет все хорошо. Так, там пердун у него есть. С какого? 4 уровня пердуняра. Ну ладно, пердун. Я думаю, что затащим, наверное. Может, бабочки взять, чтобы восстанавливали хп? Не знаю. Ну, попробуем. Так, пацаны, ребята, давайте сюда все. Хорошо. Не знаю, убили моего или нет. Ну, вроде бы нет. Я не знаю, не вижу. Пока что не вижу, ребят. Очень-очень жестко. Так. А чё крабик стоит-то, отдыхает? Крабик, ты чего? Так, созвать. Сюда Венерина мухоловочка гатит. Пускай гатит. Все, так, давай Венерину сноси. Опа, и Венерина снеслась, отлично. Так, что там у нас осталось? Ну, наши умер, да, походу? Ну да, умер, на него напала толпа, но это не важно. Главное, что мы сейчас вот этого завалим, и все будет хорошо. Так, созвать всех мурах. Давай посмотрим, что у нас здесь остался вот этот гребаный суперлетучий, непонятно кто. Так, все, полетели внутрь. И здесь делаем вот так вот, хоп, и все, пацаны, до свидули. Все, королева умерла, все умерли, две потери у нас мурашки, но зато плюс ножик нормально заработали. Я, наверное, еще его сегодня прокачаю, а прокачаем мы, наверное, его. Давайте, знаете что, где у нас, сейчас посмотрим, находится это вот эта штука. Орхидейный паук. Здоровье. Скорость атаки, скорость. Давай посмотрим, что у нас вообще на нем стоит. Так, здоровье, скорость атаки, скорость. Значит, нам нужно здоровье и скорость прокачать. Ну, давайте я, наверное, скорость прокачаю. Хочу скорость прокачать. Давай попробуем скорость прокачать, посмотрим. Так, это сюда, не сюда, вот сюда, наверное, скорость, да, скорость, давай, раз, вот так вот, два, вот так вот, три, ну, сколько-то, ага, все, хватит, да, и здоровье, конечно же, раз, два, вот так вот, ну, по 15% добавили в лаборатории существ, теперь он чуть-чуть будет сильнее и, конечно же, быстрее, то есть здоровье будет побольше, плюс у нас будет дополнительно это тоже какие-то штучки. Так, тут какой-то вообще лютый вайп. Не знаю, что за вайп. Но вайпик. Так, поехали. Давай. Иди сюда. Все идите сюда. И поехали. Толпа на толпу. Ху-ху. Так, всех сейчас перебьем. Так, тут нужно аккуратно, чтобы этот... как он?
жук не убил нас, вот этого убиваем, пацаны. Оп, есть. Так, ну здесь, конечно же, все. Тут у нас раз, два. Ну тут слабенький игрок, конечно. Сейчас мы его тоже разбомбим. Вот так, подожди, не вижу дырки. Куда тут зайти в дырку, ребят? Не видите дырки? Я не вижу. Куда тут бежать? Не вижу. О, вижу. Вижу. Так, поехали вниз. И здесь, конечно же, пусто, капуста. Все, добиваем. Конечно, это нубатские кубки. 7000 это нубосветы. Но когда-то, когда я только начинал, это было очень много. Так, давай дальше, поехали. Так, восстановить там что-то нужно? Не, не нужно. Все, поехали дальше. 6800 кубков. 6800, это ну, нормально. О, вот это уже серьезный парень. Хонор Латино. Ну давай, Хонор, попробуем, что у тебя тут есть. Так, выкидаем одного какого-то жука. Сейчас они сагрятся, надеюсь, что сагрятся. Вот это вот сюда идет. И вот это вот сюда идет. Сейчас мы вас быстренько подпилим. Так, Хонор Латино, ты готов умирать или нет? Так, жука одного сливаем. Сейчас Венерину Мухоловочку быстренько лопнем, чтобы она не жрала наших мурашек или же существ. Так, все, Венерина ушла. Так, можно вот этого забрать. Я надеюсь... Ай-яй-яй-яй, что-то там сильно меня долбануло. Это краб, ребят. Он просто сожрал меня. Вот так вот получилось. Мурашки минус мурашки. Это очень плохо. Не увидел этого краба. Краб, конечно, у него 4 уровня. Это очень мощный краб. Очень мощный краб. Так, давай, крабина. Да умираю уже, краб вонючий. Ай, не добил моих мурах. Капец просто. Хотя бы половину забрать. Хотя бы половину. Ну, мурашки улетели. Вот. Если бы не краб, я бы уже давно прошел. Ну, краб меня забрал. Не видно было, что это... его краб. Но у него очень сильная, кстати, команда. Очень сильная, потому что все прокачанные, вот 4 уровня все идут. Очень жестко. Просто жесть. Я даже не знаю, затащим мы тут. Нет, наверное, все-таки не затащим здесь. У меня один бомбардир остался, ребят. Это жесть. Вот этот чел, наверное, нормально. Ну, он прокачал очень сильно этих всех летающих существ. Ладно, с ним драться не будем, потому что развалил меня. Тут уже нужно прокачиваться, конечно же, тоже. Да, как вы видели, нормальный пацан попался. Так, ладно, я пока восстановлю. Мы посмотрим на защите. На защите. Давай я скину все сюда. Все сюда. Вот так вот. Мы попробуем черепа. Против кого? Давай мы попробуем против праздничного. Вот так вот. Праздничный, Рождество пускай будет у нас. Вот. И черепа закинем сюда. Вот так вот. Сейчас посмотрим. Ну, я думаю, что он будет немножко сильнее. Конечно, мы чуть-чуть прокачали там, но дело-то такое. Так, назначить и атака. Поехали. Поехали посмотрим, что у нас будет. Блин, мало мурашек взял с собой. Ёлки ты палки. Венерина Мухоловка. Так, ну я не вытащу так. Не затащим. Надо брать, чтобы было 80 мурах, тогда уже будет нормально. Вот. Они не сожрут Венерину. Вот эти вот обычные, они сожрут ее быстрее. Так, ладно, пускай делается. А мы посмотрим, что у нас тут осталось. Тут собрать можно что-то. Победить 11 термитов, победить 3 существа. 11 термитов и 3 существа. Ну, дело такое. Можно выполнить. Можно выполнить, можно не выполнить. Так, я еще что хотел посмотреть по рейтингу здесь. Ого, уже 20 тысяч, нормально. Я когда играл, мы делали максимум 15 тысяч. Это было полгода назад где-то. 15 тысяч где-то это был потолок. Ну сейчас, как вы видите, пацаны, ребята вообще полетели вверх. Ну, ладно. Так, окей, значит с этим понятно. Сейчас у нас восстановятся мурахи. И мы попробуем, можно выбрать каких-то существ. Я не знаю, каких выбрать. Но давайте выберем. Рождественский вот есть, да, у нас праздничный есть. Ту-ту-ту-ту-ту. Мне интересно, не, ну жука он, наверное, пробьет носорога рождественского. Угу. Можно попробовать чисто скорпиончик, но есть еще императорский скорпион. У меня четверки нету, к сожалению, надо было тоже тогда забирать через вот эти все приколы. Ну ладно. Если что, когда-нибудь заберем. Но я думаю, еще будет очень много существ здесь, как вы видели. Здесь много ячеек, вот особых. Ой, где они тут?
особые, да, существа, оттуда еще 8, 10, 12 еще существ, как минимум будет, это раз, и здесь одно будет какое-то тоже существо. Ну, вот, дело-то такое нормальное. Так, ну что, я думаю, можно бежать. Пускай себя восстанавливает. Все, поехали, посмотрим. Против праздничного, против рождественского, может быть, что-то сделаем. Вот этим вот черепом. Ну, четверочку, я думаю, что если сделать себе штук 10, там, ой, говорю, 10 штук. Ну, штук 3 хотя бы, четверки, это было бы очень-очень хорошо. Так, сейчас они пробиваются, 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 пробиваются. Все, один есть, одного забираем. Быстренько какого-то четверочку. Вот, ну, как вы заметили, может быть, у меня прокачанный скакун 4 уровня на максимум. По-моему, он мне прокачан на максимум. Он в лаборатории существ прокачан на максимум. Вот, так что, ребята, я не знаю, как он будет. Давай попробуем проверить. Поехали. Лаборатория, лаборатория. Ой-ой-ой-ой-ой. Он жрет его побольше, но, как вы видите, прокачки у меня только чуть-чуть. Ну, посмотрим. Я думаю, что все равно он его затащит. Я думаю, что, может быть, даже и затащит. Может быть, не знаю. Но как-то очень интересно. Если затащит, значит, он намного сильнее. Хотя он и так есть, понятное дело, что намного сильнее. Но у нас вот так вот происходит. Непонятно. Так, половинку. Не, ну, понятное дело, что скакун уже возьмет свое, наверное. А ну-ка еще раз посмотрим. Да, скакун заберет его, потому что, видите, в скакуна раз, два, три, четыре галочки, это фулл прокачка, а у меня только одна галочка, то есть он очень сильно прокачан, но они, в принципе, неплохо идут. Вот, буквально на чуть-чуть он его жрет больше, буквально на чуть-чуть, но это нужно очень сильно долго прокачивать его, сами понимаете, что это не 5 минут времени, это можно полгода качать, например, существо, или же больше, потому что там ножки плюс кристаллы нужны, донатные кристаллы. Хотя, смотрите, они ровно идут. Ё-моё, что его заберет? Смотри, он его забирает. Офигеть. Хо-хо, прокачанного скакуна. Вот это пятачок. Ну, мурах он бьет круто. Посмотрите, как он валит этих мурах. Скорость у него вообще сумасшедшая. А если ему еще прокачать эту скорость, это ж просто будет мега космично. На защиту его можно ставить, потому что я думаю, он будет бить мурах неплохо. Вот, одного на защиту можно и поставить. Посмотрите, они даже его сожрать не могут, они просто бьют. Ага, понятно. Ну, существо неплохое, существо очень хорошее. Ну, надо посмотреть по лаборатории, что у меня более-менее такого же уровня, только прокачано чуть-чуть, немножко. Потому что, еще раз покажу вам, заходим в лабораторию, и здесь скорпион, сейчас покажу вам, вот он, смотрите, почти под фулл он подкачан, видите, вот, жук паусины у меня вообще фулл вкачка, без одной, то есть 9500 ножек плюс 350 кристаллов, это очень дорого, вот этот жук паусины, это капец какой дорогой чувак, вот, но дело такое. Так, значит, у нас здесь чуть-чуть прокачка. Прокачка буквально чуть-чуть. Орхидейный. Обычный есть, да, скорпион. Вот примерно где-то с обычным тарантулом можно его бы сравнить. Но у меня нету обычных тарантулов. Вот, давай посмотрим, что у нас есть. Есть какой-то обычный тарантул? Ну, обычных нету, я же говорю, у меня только какие-то редкие существа. Обычного нету, обычного нету. Только обычные, интересно, золотой, золотой, золотой. Ну, ладно. Что могу сказать, ребят? Я думаю, вы можете написать в комментарии, сколько вы забрали существ, особенно вот этих череп-паук, вот, какого уровня и сколько штук. У меня на данный момент есть четверка, есть двойка, вот и все. Но я не смотрел рекламу, я просто там забирал этих красных муравьев и тлю, больше ничего. Так что не знаю, ребят. Дело такое. Ну, давайте еще разочек куда-то налетим. Что-то посерьезнее посмотрим. Вот, может, как-то кого-то завалим. Так, тут нет. Тут вообще не серьезный пацан, но мы его заберем. Давай чуть-чуть немножко его снесем. Так, давай Рождество сюда выкинем. Или что там выкинем, не знаю. Пускай они жрут его. Ого-го-гошечки. Они там внутри все, да? Они все внутри там, понятно. Все внутри, все внутри. Сейчас мы тут быстренько перебьем. Я нажму созвать. Созвать. Мы быстренько атакуем вот эту штуку. Ту-ту-туру, ту-ту-туру, ту-ту-туру. Давай, мураха, жри.
Давай. Оп. Хорошо. Так, а что не атакует? Атакует. Так, есть. Сейчас давай заберем. Так, туда я не хочу их. Не хочу. Так, ладно, пускай они вот здесь делают ветер. Сейчас этого заберем. И внутрь пойдем. Там внутри по-любому толпа есть, 100%. Так, вот здесь мы забираем вот этого. Надеюсь, заберем. Где ты? Давай иди сюда быстро. Так, есть? Да, есть. Все, поехали вниз. Ой-ой-ой-ой-ой, тут что-то вообще жесть, конечно, у него. Ну ладно. Так, сколько там урах осталось? 67, нормально. Тут нужно, конечно же, полюбас. Ребят, нам нужно минимально быстренько залететь четко. Все, чтобы было. Сейчас они все сагрятся туда. Я вот так вот сделаю. Вот так вот примерно. Хоп. И я думаю, вот так вот будет все нормально. Не знаю, что тут происходит, но что-то происходит. Поехали. Где там мои мурахи? Вот сюда быстренько. Ай, тут собака, блин, опять сбил мою армию. Да ё-моё. Ё-моё, опять сбил мою армию. Не увидел этого паусину. Не паусину, там обычный пердун. Так, вот сюда быстренько этого жука. Давай. Хоп, отошел. Этих крабов быстро перебить. Так, крабы. Сейчас этих крабов перебьет. Вот этот пердуна, вот этого снести, он очень сильно мешает. Просто нереально сильно. Ну, сколько там, 40 секунд? Я думаю, что снесут его. Надеюсь, что снесут, конечно. Давай. Пердуна сносите. Так, позвать, созвать, назвать. Так, все, этих снесли. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, что происходит? Меня сносят. Ну, меня убили. 23 секунды у нас есть, чтобы забрать это все дело. Поехали, заберем. Так, чикс, сколько там, 15 секунд, ну все, тут у нас конец, вот, вот такие вот пироги, скажем, ну не знаю, ребят, можно поиграть, можно посмотреть, но дело такое, вот, мне нравится то, что в этой четверке очень хорошая скорость, очень хорошая, мне очень она нравится, вот, потому что я не видел таких быстрых, там, каких-то очень сильно, но вот этот очень быстрый просто. Так что, вот такие вот дела. Ладно, давайте обратно я поставлю свою армию, вот так вот, на защиту. Я не знаю, что тут ставить, но, как минимум, вот так вот, вот это скорпион, праздничный выкину, Рождество выкину, эти пускай стоят, праздничный тоже выкину. Что у нас там стояло? Где у нас носороги? Носороги, где они? Вот два носорога сюда обратно, вот так вот. Ну, в принципе, что еще можно сюда вкинуть? Какой-то четверку, пердун четвертый, золотой и еще один какой-то. Какой один закинуть? Драконы у меня эти, гребаные драконы, хэллоуинские. Я уже даже не помню, что мы вкидывали сюда. Праздничный. Давай с золотого. А, давай обычного носорога. Пускай будет так. Вот такая будет армия. Попробуем такую армию. Все, это мы ставим на защиту, получается. Вот так вот скидываем. Я все наверх ставлю, не знаю как куда, потому что это такое дело. Но мы все ставим вот сюда и пробуем. Пробуем вот так вот защищаться. Я думаю, пускай они сносят эту толпу, если смогут. Вот и все. Все, мурашки, все дела. Так что вот так. Так что вот такой был ролик. Надеюсь, вам он понравился. Обязательно прожмите лайк, если хотите следующих серий. Прожимаем 500 лайков, едем дальше. Вам спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока, ребят.